В Шенкурдаловском районе обсудили ход подготовки к весенним полевым работам. Также на рабочей встрече говорили о кредитовании в сельской местности, будущее земельных участков и мероприятиях по линии ветеринарной службы. На встречу для полноценного разговора были приглашены представители областного управления сельского хозяйства, земельных отношений, фонда ДАМУ, Казагрофинанс и других институтов поддержки. Специалисты рассказали аграриям и акимам сельских округов об условиях государственных программ и других возможностях для развития бизнеса. С города приехали все финансовые организации, которые нам помогают именно сельскому хозяйству. И здесь хорошо задаются как раз таки наболевшие вопросы, которые затрудняют развитие сельского хозяйства, чтобы вот это все обсуждалось. Ну, в общем, ведутся разъяснительные работы, все люди довольны. Побольше бы нам таких встреч. Выступившие фермеры рассказали о ходе подготовки к весенней страде и проблемах, с которыми сталкиваются в процессе. Они получили подробные ответы на вопросы о кредитовании, выдаче дополнительных угодий, рефинансировании займов и других. Очень серьезная встреча прошла. Детально обсудили все проблемы. Мы также рассмотрели план работы на ближайшее будущее. Сельское хозяйство – сильная опора экономики страны, поэтому ее развитие остается приоритетным в государственной политике. Алмагуль Джампиисова, Евгения Потапова, Алтынбек Кабделов, телеканал Ак-Жайык.